Куда мы приперлись? Всем привет, друзья. Привет. Давай иди вперед. Этот он в мясо держит. Мясо держит, да. А я уже вон мамкал достал. А мы-то в этом году-то не были. Уже и дровишки припас. А ты эту настрогал? А ты не привез дров своих-то? Ну сейчас. Ну пойдем. Какие-то просто опилки лежат и все. А так я же мамку дрова привезешь. Да носи, Паш. А то у него с улицы все трындят. Ни хрена у него леса, смотрите сколько. Охренеть, вся крыша в лесу. Ну, опусти глаза, опусти на пол. Опусти. Все, в три ряда, блин. Вообще капец. Ты сейчас вот это увидишь, у тебя захлебнется. Ёб твою мать. А ты что материшься-то? Так я от избытка чувств. Вот он такой красавец. Да, блин. Вот кому что, да? А другие пруд, ну доски, деревяхи. Да. Это клен, что ли? Это клен. А я рапечку натопил, чтобы вас домой не заводить. Тут чтобы здесь, да? Тут и попьем чаем. У тебя вон сколько столешниц, ёк, туды. И все это дубовые, да? Ну, туды, ты сказал, да? Ну, туды, да. Пусть будет туды. Качель. Это что у тебя за доска тут такая? Это сосна десятка. Да не сосна, я вот про вот это что-то висит, к чему? Я говорил уже, я уже 5 лет как веду канал, и с тех пор не стал любить солнышко. Шторки повесить некому. А-а-а. А она у меня висит так вообще. Не, а мы тут раз приезжали, она не стояла у тебя. А висит, она не стоит, Саша. Я что, не обращал внимания на нее никогда? Ты что, никогда не можешь отличить стоячего от висячего? Нет, я просто никогда не установлено, вот, мне когда кажется. Когда солнышко, я беру, передвигаю так, беру, передвигаю вот так. Все понятно. Вот тебе. Это мой, да? Саша, вот так вот тушим с крышкой. Крышка засыхает, и тот не заплывется никогда. А так берешь вот резинкой. Кстати, это лайфхак. Или как это называется? Раз вот так вот и все. А, да. То есть ты в мою тут наливать не будешь, да? А что, еще и свою налить? Ну ты сказал, бери больше 5 литров, а там всего 3 литра. Налью. Это что у нас? Раз. Вот, смотри. Разделитель. Видишь, вот маска такая, как у тебя. Видишь фильтра? Они легонькие. Угу. Маску вообще не чувствуешь на себе. Чем ну, их же часто менять надо. Да никого я их не меняю. Сколько пулю в них и не меняю. Вот они, я тебе положил комплект. Попробуй. Если такое понравится, я у друга, у своего подписчика, который мне их купил. А я такие не видел даже. У него ссылка есть, он в Алиэкспрессе выписал. Две недели назад отошли. Кстати, Саша, вот специально для тебя в 8 утра. Сколько времени сейчас? Без 15:10. Час 45. Подклеим. Видишь, что склей сырой? Угу. Давай я камеру подержу твою, а тут попробуй сломай. Вот это раков за 3. Так, сломай. А если сломаю? Ломай, что будет, то и будет, то и покажем. Руками, конечно, я не сломаю. Да твоими руками выбрать можешь сломать. Да конечно, чем моими руками. Сломаю сейчас. Ломай. Сломала. Посмотри, сломалось как, по-живому или по склейке? Ну вот эти сломались, ну этот, дерево зацепило. Ну вот волокна же маленько остались. Ну, начнем с того, что я уебал там тоже со всей дури. Думаю, что с первого раза ты скажешь, что ломать не сможешь. Нифига, что он тут? Не, а он сырой еще, он мокрый, ты что? Я знаю, что он мокрый. Он даже не высох. Ну руками я его не сломал. Он сырой весь, а доски выломал. Доски, вот они, видишь? Он? Да. Щепки-то вот они, щепки-то прилипли, и сюда вырвал кусок, и с этой. Вот я почему туда и делаю, вон на те шканты на столе, шканты забил эти, давиноши, да еще их усилил этими. А ты капец, на стопырку. Видишь, вот. Ну да, чтобы у тебя уж там не рассохлось, не вылезли они, не болтались. На, свою камеру. Запитать не забудь. Да. Отсюда не красер материться на всю вид Иванов. А ты умеешь пикать, нет? Молотком. Не, я не буду запикивать. Посмотри, диванчик, мы готовы. Блин, охрененно, конечно. Вот это мне нравится, блин. Смотри, как смотрится клен. Да. У тебя камера получше, моя нет? Да нет, у меня это просто. Он как бук. Вот то, что, да, что оно переливается. Рисунок вот как на березе, как вот всю, есть, да? Да, да, вот смотри, вот здесь вот ровно пошло сюда рисунок. Ну вот здесь так же вот. Вот обрати внимание на этот, на посадок. Смотри, Сань, как переливается. Вот. Под разными ракурсами поводи. И вообще у меня с кленом любовь всего взгляда. Угу. Посмотри, как идет вот накось. Вот накось идет.
как будто я специально подбирал. Вот это сюда. А чем ты покрывал? Это масло. И какое? Какое масло? А вот. Блин, так блестит. Правда, чтобы блестело, третий слой долго сохнет. Вот. Это ты в три слоя этим, только им? Да. В три слоя? Три слоя. Первые два слоя. А что раньше такой-то вот мартьяновского не было? Такая хренотень. Саша, у них сейчас другая. Года три назад. Другая вот, линейка пошла. Да? Ну прям, честно говоря, не фонтан было. Ну настолько. А что у тебя мигает лампочка? Зарядка кончилась? Нет, причем все полностью. Смотри, какие красавицы. Тоже этим все им, да? Вот это что на станке? Нет, а ну, этим да? же маслом блестит. Как будто лаком покрыто. Да. Только третий слой сохнет очень долго. Палочки такие, рот откройте, пожалуйста. Язык высуньте. Как для мороженки. Это заглушьте. У меня вот такое из этого орнамента кусочек вот этого вот нашел. Кинул я его в пакет, не кинул, блин. Вот такую развязку одну. Красиво. Ой, я прям сам себя хочу, да? Называется. Сам себя хочу. Это как в этом в маршрутке. Бабушка открывает дверь в маршрутке, а там эти. Народу там много, сидячих мест нету. Она водителю говорит, это что меня, возьми меня хоть стоя. Вся маршрутка выпала. Хотя бы стоя. Пожалуйста, лестница. Вон тазик для пельменей себе делаю. Я люблю пельмени, 70 штук с бульоном и с хлебом. Вот, за ним присес. Это сосна? Это твоя это... Кто? Киллер? Да. А вот он здесь хорошо его видно. Когда он выглядит. Ох, и запах от него стоит. Вообще, а? Да, я тоже когда тарелки делал. Капец. Ну ты не занюхивай. Не запах, конечно, офигенский. Главное, сколько времени не пройдет, но все равно пахнет долго. Смотри, Саша, не упади. Да, вот это прям подземелье звездануться можно. Пылесосы. Очечки. Все уже. Я стал подозрительно быстро шлифовать. Подозрительно быстро? Из этого стало делать очки, да? Сразу качество улучшилось, да? Да. Ухудшается зрение, но качество обработки улучшается сразу же. Все понятно. Ладно, продолжим чуть позже. Вот у него тут сколько обновок всяких. Вот игрушка хорошая, Сань. Блин, ну мне тоже нравится. Вот сейчас хочу сделать. Вот для того, кто токарит, это прям вещь. Сюда водичка, да? Да. Пьет воду моментально, только налью полную, хлоп, выпил. Впитывает, да? Моментом, два раза наливаю. Не, вещь хорошая. Блин, еще ремень этот кожаный здесь справить. Да это китайская кожа, я хочу российскую кожу поставить. Блин, надо это. Пахнет китайцами. Вот надо было тебе все-таки привезти, Миша, ты мне поправил для токарки пару штук. Надо было. Ну не. Вот, вот таких я тоже себе набрал. С ножками. Саша, вообще с ними легче работать. Я да знаю. Нет, ножки без ножки это фигня. Не, с ножками. У меня просто есть такие серые. Я сейчас потихоньку их меняю, по парочкам беру эти вот рыжие. И все удобно стоят. На основании уже овальное стало. И стоишь, на БМ нам попало. Да, ну да. Смотри, чем только не делал. Вот силикон. Вот, кстати, фирма. Нет, у меня два таких было. Один я уже шоркался, вот такой кубик остался. И сейчас еще один уже где-то на 1/5. Силикон, не силикон. Ну, силикон он тоже чистит, но все равно карандаш лучше. Нет, я не спорю, я пробовал. Я даже покупал, здесь были черные карандаши, фигня полная. Смотри, вот эту фрезу можно только в очках разглядеть. Диммер. Пипец. Диаметр 9,5 мм, диаметр подшипника 4,8. Ну, может, Андрей так показывает. Вот ты посверлил отверстие на 10 мм, например, сверлом, и ты можешь микрофаску снять в нем. Вот сделал прорезную резьбу какую-нибудь, понял? И ты можешь уже фаску снимать. 2,5 мм фаска. Вот с прорезной я согласен. А вот если ты дырку посверлил, так я лучше зенкером расковыряю. Нет, ну сравнил зентер. Зентер прямая, а здесь полукруглая. А, то, что полукруглая. Нет, вот прорезную резьбу. Так он еще и фаску может взять, не просто полукруглую, он еще тебе и с бортиком. Ну понятно. Вообще не классно. Не видно. Что, дать тебе номер? Ну хорошо, потом будут спрашивать. Пусть посмотрят, если кому надо. Только не хочу, чтобы это расценили как рекламу. А то начнут опять. Да, конечно. Вот это какая-то модная у тебя. Этот тоже диммер. Профиль, контрпрофиль. Это фасады, да, для фасада? Фасады. Вот, Саша, вот. Теперь я Перикова Александра заткну кое-куда. У меня такая CMT-шная желтая. Вот, видишь, две. Ну, там тоже диммер. Это тоже диммер. Вот такой я еще не фигачил. А вот это мне нравится.
Здесь вот, знаешь, что мне нравится? Смотри, видишь? Это я вот еще тогда говорил, что... Да, они как у сырого. Ножи сходятся. А у CMT-шной вот здесь промежуток есть. И то есть это и можно сразу сходу идти. А я часто твою тарелку смотрел, с приклада ты делал только что. Да, но она вот там нужно перемещаться. А здесь можно ее просто углубить, она сразу пойдет. Это фрезу не надо сверлить уже заранее дырки, как ты сверлил. Да, потому что у нее нету вот этого промежутка. А то и та не, не заглубляется, она упирается. Вот это вообще красавица. Вот эту я давно тоже хотел штуку. Она же еще эти... Саша, а что в нашем возрасте хотеть-то остается? Только железяки. В возрасте, бля. Не, ну, у тебя они повернуты уже. Они, по идее, по-другому могут же стоять? Нет. А когда они как слэбы, для слэбов, она же по-другому стоит? Нет. Ну, хочешь прямо ставь, но она работает же вот этой. Она чисто снимает. Да? А я почему-то думал, что они больше плоской частью шкребут ее. А самая вообще, самая крутая, это вот, Саша. Ну, ты с ножами разборными. Еще и подшипник сверху, снизу, как хочешь, так и гоняй. Вообще классно. Ну, кому что, кому что. Из расчуги. Идем по телефонам. 7, 8, 10, 11 с ума сходит. Как бы так не проебать эту вспышку, что новый вышел. Оно у тебя, кстати, видно и без лака, вот эти вот вся. На этой. Что это мне наждачка как-то подкормил? У тебя какой-то клен это. Другой. Это канадский клен. Не, у нас такого нет. Он вырос в Краснодаре. Канадский клен, но вырос в Краснодаре. Нет, у нас вот такого нету рисунка. Блин, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь штук. Я тебе говорю, вещь офигенская. Я ее подставил. Еще и выключатель есть. Да, но я его сразу потерял, выкинул. Она не нужна за эту штуку там. Все равно. Зато знаешь, что удобно? Фрезер ставит, воткнуто что-то. Тебе не надо ничего выдергивать. Ты кнопку выключаешь красную и меняй цанги, диск на циркулярке, на всем. Вот это вот не надо. Так она что, в железном корпусе, что ли? Ну, какой-то... Алюминиевый какой-то корпус. Ну, какой-то профиль. Это какой-то профиль. Офигеть. Длинный, длинный. А где ты пошукал? Да это компьютерная... Для компьютерных стоек я вот тую это. Тую, да. Ты тую, я он ее тую, короче. А сколько метров? Ну, здесь немного. Он же не удлинитель больше, он же вот разветвитель. Да, он на компьютерную стойку прикручивает, чтобы не вот... Вот ты вот к столу прикрути его где-нибудь снизу. У меня вот так вот он прикручивает снизу, вот так. И все. Надо по диагонали крутить-то. Чтобы прямо розетку поставлять. Здесь у меня вертикально, так и запарился, блин. Четвертная. Вот, поставь эту. Я найду, куда применить. Главное, чтобы сейчас... Ну, вот у Саши она на этом, на столе. Ну, ты сейчас ее не... Как он сказал, стулил или как? Туй-тую ее, он ее тую. Она у меня тут останется? Конечно. Когда ты увидишь. Да-да-да. Не как в прошлый раз, да? Тую ее еще. Мы за ним сейчас в 2-4 глаза смотрим, да? За ним надо смотреть. Да, Паша? Ну что, руки пойдем. Не упирайся на стол. Почему не упираться? А вот как руки на столе, то со стола все уходит. Сразу ему надо руки за спину держать. Да, да, да. Карманы потом надо вывернуть. Ну, тут всяких еще. Это так, для ты мне показать или это туда прилагается? Тебе это. Да? Вот это хорошая штука. Разделитель. Воск. И сейчас такую штуку один прикольную сделал. Она у меня из березы. Она, блин, этот эпоксидку сосет просто. Впитывается в березу. Ладно, сейчас будем коптить. Березовый, кстати, какая разница? Саша, мне тебе не жалко. Если я сделаю сосну, бачок отмывать. А, вот ты чего-то. Жалко. А кора тоже дымит сильно. Не знаю, она не дымит. А ядров нет. Конечно. А ты стружки замокнул? А ты сказал где? Ты ее настрогал? Вот стружка, все там есть. Ты что такое пенек? Вот он. Не знаешь что? Дуб, яблони и маленько клена. Я добавил для эксперимента. Кто из нас дуб, кто из нас клен, кто немножко яблони. Так что, заливать надо или что? Да, да, блин. У тебя все так чисто, капец. У меня же жена есть. Блин, повезло. Заливай. А то уйду. Поджигать? Сейчас. Иди сюда. Саша. Карабинчик. Парцем. Вот сюда лей. Хватит. Теперь надо это. Ну давай, я руку помешаю, хочешь? Я мыл руки вчера. Иди ты нафиг. Нам потом... Смотри, как раз отлетал. Так дуб же. Что ты хотел?
Дальневосточный тем более. Что налить? Ой, пахнет такая... Запах, да? Давай пилок поедим. Дуб среднечелябинский. Че, я поджигаю костер? Поджигай. Не, костер должен же не поджигай. Понял. Ты понял, заодно спички поджег. Ой, я вижу. Где у нас спички не поджигать? Где у тебя есть Wi-Fi, да? Все у меня есть там, только есть. Для себя. Какой? Вот это кто первый? То крайнее. Самый дальний? Да. Сейчас я на подоконник отправлю в Инстаграм. У меня только для себя маленько есть. Сейчас разгорятся, будь сейчас я их перекрою. Смотри, у меня какая супер задвижка есть. Она с ручкой. А для чего она у тебя задвижка? Ну, чтоб тяга была. Не понял. Видишь, потянуло сразу как. Блин, у нас у вас щепки мелкие. Ты не пожарник. Не пожарный. Так. Заряжаем, да? Все уже горит, Саша, что ты хочешь? Смотри, как дымит. Клади мясо прямо туда, на это. Нет, я их под сюда положу. А зря это большими кусками-то. Как делить-то потом? Как делить? Ну и запихать было бы, конечно, удобнее. Блин, ну у нас ножа нет. Принести нож? Нести что-нибудь. Месим пойдет? Какой? Сейчас ты принесешь какой-нибудь косяк, да? Рубай этот. Токарный. Как ходил, я уже так положу. О, посмотри, на свой джет делал. Фасточка какая. Если я тебе что говорю, сейчас говорю, принеси нож, который стакарный принесет. Режь! Его мне не жалко. Не будешь резать? Я вот сейчас думаю. Вот, вот из-за расщуки. Ничего не из-за расщуки, не порежься. Да не, хорошо, прикинь. Да, сюда он для подлива руки точно. Все, пердык. Саш, ну что ты это? Ну подержи маленько-то, ну елки-палки. Ты за ножом сходишь что ли? Да не, надо разломать просто. Да там кость. Вот принес... Нанеси молоток, сейчас будем проверять на крепость, здесь клей или не клей. Вот привез костей, а потом говорит, мясо подпилит. Да, ага. Только запоганил из-за тебя месель. Короче, ладно. Если сейчас пролезет, то значит все нормально. Пролезет. Ну и все, а что? Прижимается. Ты что, я свою кормильцу грязным оставлю? Вот и все, время без 15:12. Ну короче, ни хрена не разошел. Партизан. А зачем лишь что ли? А, да что хоть загорелось что-нибудь? Хоть что-нибудь в этом доме? Да что, потухло? Блин. Ты умеешь пользоваться зажигалкой? Конечно. Саша, а ты что, почему это не положил для жира-то? Вытаскивай. Клик-клин. Вот пенек же туда. Сейчас люди смотрят, борят. Что там делать нечего. А ничего, что у меня руки не мытые? Ну ладно, больше грязи, ширше морда. Вот. Что, уже перепробовать можно, нет? Щепок накрошил, да? Саша, что-то я не догадался про щепочки-то. Так вот любой из них сейчас расколот на три части чем-нибудь. А топорик надо искать. 3D-видео такое получится. А? 3D-видео, говорю, получится. 3D. Видишь, оно не получается.
Оно уже дымит в закрома кродины. Вот что, прокол было видно? Прокол. Как сметану тут котяга. Что закрываешь? Не закрывай. А что? Светло. Тепло держу. Он как клей наливает. Черпаком. Щедро рукой, даже рука не трясется нисколько. Как не трясется? Смотри, как у тебя правую колбасит. Это левая. Левая колбасит. У тебя правая, он трясется. Как ты видишь, как оно прибавляет. Скажи, предналил им в одну банку, они еще пустую дали. Две. Две, это получается, ты же рассчитывал на сколько, на 5 литров, а получается мы 6 забираем. Две по 3. А я отолил, сейчас на весы поставлю. Да? Блин. А там, мне кажется, поменьше, чем это. Там явно, наверное, нету 3 литров. Та 4. Да ладно, та меньше этой. Саша, та 4 метра. Метр? 4 метра банк. Забираешь. Ну что, а крышка где? Крышка в мастерской. Ты свою себе наливаешь? А, эту я себе тогда оставлю. Потому что у меня нет мастерской такой. Опять открывать баночку. А ну это удобно же. Маленькие, литровые. Я потом у них и взял литровыми тоже. Сейчас вот. Она как раз... У меня специально поварёшка из нержавейки. Видишь, чтобы масло, это масло говорю. Чтобы... Масло, да, масло. Чтобы сметана, чтобы не окислялась. А, да. Не, у меня просто вот этот килограмм на ней написано. Она как раз входит в одну бутылку от этого. Титобондовскую. Тайбон, Титобонд. Да какая разница, я что, рекламирую, я рассказываю, ты же меня понял, и все поняли. И как раз ходит. А песок зачем, где-то коту столько? Там эти, урожай. А, там у тебя закопано. Чтобы люди не видели. А, все в песке, что там у него за ананасы, да? Ни хрена, у него закрома какие. Ладно, не будем все показывать. Ты мой центральный склад даже не показывай. Центральный это какой? А где мое железо? Давай покажем, пусть удавятся какие-то нехорошие люди. Нельзя. Нельзя. Ой. Так. Надо крышку искать. Крышка там, да? Мастерская. Сейчас. Вон, я говорю, смотри. Что-то пиздит. Видишь, я тебе сказал, что нельзя оставлять его. Одного. Он уже только руки на стол, уже там что-то откручивает, прикручивает. Паша, опусти глаза на пол. А что ты сразу стыдно достал? Попался второй раз уже. Даже откручивает, смотрите. Ему констейн понравились. Да я же ему сказал, что тебе они здесь не нужны. Типа ты без них закрутишь, да? Тебе они в кровати нужней? Пойман с поличным. Вообще спалился. Пойдем, я тебе покажу, какая должна быть экономия. Так, пошлите смотреть, какая должна быть экономия. А, это он это выскрябывает? Конечно. А что ты с мусором? Кисточка грязная. Чисто новая кисть. Не, я так для народу, чтобы прям. Так тебя... я понимаю, что для народу. Очень новая, вообще муха не сидела на ней. Видишь, еще даже упаковка вон, заводская сохранилась. А что-то коробочка не заводская, уже коричневая. Да не, заморалась. Теперь вчера же тянул только. Угу. Вот. Тебе, раз у тебя ты... Что я? Захлопывай, раз у тебя руки чистые. Чтобы не испачкать. Все остальное так поставить. Кулечек, чтобы оно никак... Тебе хватит на 5 лет? Да хватит, лишь бы оно не портилось. Надо убрать, будет где прохладнее. Мастерской не хранить. Запах обалдеть. Посмотри, я делаю все за раз. И руки помою, и черпа помою сразу. Там сплошная экономия. Везде! Это же Плюшкин. Плюшкин. А ты что, я уже с бочек воду спустил, чтобы не перемерзало. Чё уж? А я умываюсь, дома же у меня плавная вода чистая. Ага. А зимой? Да не, Иринка еще будет заливать, там что-то говорит. Проливаете? А. Да. С дымом. Ху-ху-ху. Все сгорело, все пропало, да? Давай вторую камеру. Паш! Давай снимай на две камеры. Ты мою умеешь включать? Открывай. Где она? Народ ждет. А, вот, вот запись. Да. Пока вот тут уже тут с линями видавишься. Ну что, открываем? Открывай. Парни, отвернитесь.
О, блин. Видишь, и не сильно черная. Смотри, сфотографируем даже. Ну что, наверное, не стоит нам горячее, да, пробовать? Да, ты имеешь в виду звезду тебе отсюда, да? Да, ты правильно понял. Деловая херня. Я вам расскажу. Расскажешь? А пойдемте, я вас чаем напою. По WhatsApp покажешь, как ты ешь. Что, пусть она постынет там закрытая, да? Или она уже не наберет? А что, все уже? Что там будет набирать, должно забирать, да, Паш? Готово к употреблению. Иди к моей жене. И доставай вот. По-хорошему. Скажи, пусть даст эти щипцы и тарелку. Ну все, щипцы у нее теперь. Коморда довольная, смотри, сидит. Доставай, доставай. Огурцы из банки хорошо доставать, помидорки. Морда не влазит, да? Да. Ай-яй-яй. Че, я поставлю сюда, можно? Да можно, я думаю, что... Вилка не нужна. Это уже не убежит. Слышишь? Главное, они не черные, не коричневые. Как ну, получилось, варено-копченое. Да, и запашок есть, и никаких канцерогенов. Настрой, а четыре куска как делить? Да никак, мы сейчас уедем и все. Да? Четыре на одного. Вот это я руками голыми брал, Саш, а руки грязные. Да капец, я уже понял тебя. Хорошо, хоть не плюнул при нас. Поплевал бы сейчас кружку. Смотри, сколько жира. Да. Вытопилось. Опять же не мыть. Моей. Я сейчас фоткаю тарелку, подожди, блин. Уносит, а? Ну все, мужики, давайте. Кто смотрит сити, ложитесь. Это нужно только лежа. Мне кажется, лучше получилось в прошлый раз, да? Вот оно не черное. Да хорошее мясо. На костях мне больше нравится. Нет одного сала, когда вот сало, когда копчили грудину. Может, хватит издеваться? Над льдями. Все, Паш, давай вырубай. Хватит эту саману. Давай, свет выключай и камеру выключай. Все, давай. Иди ешь сам. Ну все, ребят, выключай. Давай. Угу. Ну все, мужики, до новых встреч. Если я не выйду в среду, считайте, обожрался. Обожрался. Всем удачи, кто смотрит. Удачи, пока. Пока, удачи.